Меня зовут Родриго Валера, и я являюсь техническим директором UAGJF. Итак, есть ли у вас какие-то большие планы на Россию? Да, мы планируем провести Grand Slam здесь, с прямой трансляцией в более чем 30 странах, с призовым фондом в размере 120 тысяч долларов и начислением 200 ранговых очков. Это наша следующая цель, это то, к чему мы сейчас стремимся. Так что 100% мы вернемся с еще большим по размаху турниром. Мы продолжим делать Rational, Moscow International Pro, Санкт-Петербург International Pro. Так что в следующем сезоне у нас получится 4 турнира. Что ж, несколько слов о гранд-слэмах. Сейчас, насколько известно, существует 5 гранд-слэмов. Вы планируете провести 6-й гранд-слэм? Да, есть идея провести 7 гранд-слэмов. Начнем с Токио в июле, Лос-Анджелес в сентябре, Москва, скорее всего, в октябре, Рио-де-Жанейро в ноябре, Сидней в январе, Лондон в марте и Абу-Даби в апреле. Так что большая новость в том, что в ближайшее время мы хотим добавить еще 2 турнира и довести количество гранд-слэмов до 7 за двухгодичный сезон. Евроконтиненталь Про был тестовым ивентом перед тем, как привести сюда Гранд Слэм. Мы провели Евроконтиненталь Про здесь специально для того, чтобы убедиться, что сможем привести сюда Гранд Слэм. Теперь турнир переместится в другое место. У нас есть несколько на примете. Может быть, Испания или Италия. Будет там, где выпадет шанс. И мы каждый год проводим Континенталь Про в разных местах, чтобы иметь как можно больше возможностей организовать гранд-слэмы в течение всего сезона. Потому что теперь один наш сезон длится почти 2 года. Джиу-джитсу — это моя страсть. Это история не только о соревнованиях, где ты пришел и засабмитил своего соперника. Это как большая семья. То, чем мы занимаемся здесь вместе, делает нас друзьями. Мы заводим новые знакомства. Вот Боже Фрик, теперь мои новые друзья. И надеюсь, в следующий раз встретиться с вами на матах. Мы беседовали с Родриго Валерия сразу по окончании Евроконтиненталь Про в Москве. И вот сегодня мы можем точно говорить о сроках проведения Гранд Слэм в России. Александр Фария, который сейчас находится в Абу-Даби для поддержки своей команды, провел также переговоры с представителями Арабской Федерации, где было принято решение провести Гранд Слэм в Москве в январе 2019 года.